Еще почти 12 миллиардов тенге необходимо для восстановления Арыся. Об этом сегодня премьер-министру доложил глава Туркестанской области Умирзак Шукеев. Аскар Мамин прибыл в Арысь накануне. Глава правительства ознакомился с ходом работ. На сегодня 90% пострадавших от разрыва снарядов домов отремонтированы. Подробности в материале Эльзата Акчурина. Со дня взрыва в Арысе прошло более 2 месяцев. В городе, который поделили на 17 секторов, все еще кипят строительные работы, с ходом которых и ознакомился Аскар Мамин. Премьер сначала поинтересовался процессом вывоза боеприпасов со склада, где они хранились, объездил глава правительства и сам город. После увиденного и услышанного поручил помочь 58 семьям и быстро отремонтировать местную больницу. Юкшунде собрать? Адамдар бәрі. Дәрігерлер бәрі. Все, 20-сында мүмкін. По информации Минздрава, медучреждение сможет принимать пациентов с 15 августа. В больницу на днях начнут завозить необходимое оборудование. На их приобретение в местном бюджете предусмотрели 800 миллионов тенге. Сейчас ведутся восстановительные работы и в поликлинике, где есть амбулаторная и стоматология. Ведется также строительство и железнодорожного вокзала Арыс-2. Арыс-каласын қалпына келтіруді толығымен аяқтау мақсатында бәр көшегеріміз жұмыс істеп, қалан тұрақтықтың тіршілігін қамтамасыз етіміз қажет. Правительство по поручению Елбасы и главы государства будет и в дальнейшем держать вопросы дальнейшего развития, держать на контроле вопросы дальнейшего развития города Арысь. В приоритете дома, 90% из которых уже отремонтировали. В свои жилища вернулись 6500 человек. Эту колоссальную работу выполнили за 2 месяца силами 200 компаний и 10 тысяч строителей. В очереди еще около 1000 построек. Пользуясь случаем, премьер поблагодарил акиматы, ведомства и строителей, всех, кто принял участие в восстановлении города. К примеру, власти Алматы выделили 2 миллиарда тенге на ремонт более 500 домов, не считая 95 тонн строительных материалов, которые раздали нуждающимся жителям. Спасибо акимату города Алматы за то, что помогает нам. Нам вот установили окна, крышу дома отремонтировали. Все, что могут, делают. Спасибо. Работы по ремонту 530 домов мы начали месяц назад. Из них 127 домов уже привели в порядок. Еще 375 домов установили окна, крыши сделали. Также закончили работы по внешней и внутренней отделке. Дополнительно 28 жилищ мы возвели с нуля. На полное восстановление Арыси нужно еще 11 миллиардов 800 миллионов тенге. Такую цифру озвучил глава Туркестанской области. Всего в Арыси 66 социальных и 472 бизнес-объекта. Премьер еще раз поручил раздать жителям Арыси, это более 63 тысяч человек, по 100 тысяч тенге в качестве материальной помощи. Ильзат Акчурин, Мирбулат Кусаинов, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы, Туркестанская область.